утро на Енисее. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Я вижу, тебе понравился мужчина. И ты не знаешь, как ему понравиться, как привлечь его внимание. Хочешь, я тебе расскажу несколько секретов, как это сделать? И он подойдет к тебе сам. Поехали? Поехали. Для начала мы можем привлечь мужчину твоим образом, визуально. Самое главное – это цвет помады. Он должен быть красный. Это волшебная палочка для привлечения мужчины. Еще, Татьяна, это фишка красной туфли. Можно прямо показать мужчине их, поиграть с ножкой, например, вот так. А еще, Таня, ты можешь использовать свой кофе. Ты можешь пить его по-особенному. Ты берешь кофе, медленно, начиная с ножки, двигаешь плавно и нежно по стакану. Какой он все-таки хорошенький. Татьяна, а теперь давай привлечем его взглядом. Первый раз, когда ты увидела его, во взгляде твоем был испуг. И он подумал, что с ним что-то не так. Делаем взгляд, который называется «Золушка». Таким образом. Что мы делаем? Мы приподнимаем чуть-чуть грудь, как будто мы восхитились его внешним видом. Он нам понравился. Смотрим на него, улыбаемся. Потом мы как будто застеснялись, смотрим, почему и называется Золушка. На нос, чуть-чуть в сторону, и потом контрольный. Да, тебе не показалось, я действительно посмотрела на тебя. А можно ли написать свой номер телефона и передать через официанта? Танюша, ни в коем случае. Мужчина сам должен проявить инициативу, и он в любом случае после твоих знаков сам подойдет к тебе. Все эти методы я какие-то знал, конечно, и как парни, допустим, ну, грубо говоря, подкатывают к девушкам, вот эти пикап-мастера. Но как именно это девушки делают, для меня это впервые. Больше всего, мне кажется, бокал. То, что вот эта вот нежность какая-то, такое прикасание, аккуратность такая. И видно было, что девушка смущается, ну и как бы я сам начал чуть-чуть уже так. Все было приличное, аккуратно, и, мне кажется, эти методы любая девушка, которая увидит эту программу, должна, ну, мне кажется, следовать. Это будет приятно как ей самой оказывать, как и парню, я уже повторяю. А как правильно давать телефон мужчине, чтобы он точно позвонил, я расскажу в следующий раз. Привет, это тебе. Этого. Спасибо.